Всем привет! Мы продолжаем записывать серию новых видео, посвященных игре Angry Birds 2. Открыв эту игру, я увидел вот такое вот интересное окно. Новое в игре, доступно новый уровень, доступна новая эпическая изумрудная карта. Очень хорошо. На арену мы пойдем в следующий раз, а пока продолжим проходить те уровни, которые мы еще не проходили. Так, эй, товарищ, ты куда перепрыгнул-то? Он перепрыгнул, смотри, на следующий уровень, хотя он горит неактивно. Идем на 25-й, проходим его и будем двигаться к очередному боссу. Ага, можно выбрать дополнительное заклинание, пока мы ничем не будем воспользоваться. Так, тут вроде бы все нормально, но нам будет мешать активно вот эти вот два вентилятора, которые будут сбивать нашу траекторию движения птиц. Самый оптимальный вариант — разрушить либо вот эту деревянную конструкцию. А у нас нету чака, чака нету, у нас тут, вот видишь, товарищ, и взорвать данный динамит. Взорвав этот динамит, мы попросту все поломаем. Ну что ж, что, пробуем, поехали. Главное вовремя нажать кнопку и динамит по горма. Кучу очков мы заработали с вами. И двигаемся дальше. Что ж, поехали. Это был страйк. Это очень круто. Так, свинюшки ожидают моей атаки. Как же лучше сделать здесь? Ой, я даже не знаю, можно подзорвать вот этот динамит, взорвав вот эту вот конструкцию, но тогда, не знаю, получится нам уничтожить следующую конструкцию. Ну ладно, давай попробуем. Попробуем, летит птица, бум! И динамит не взорвался, к сожалению. Так, и свинью мы походу не уничтожили, ай-яй-яй. Наверное, эта птица была потрачена зря. Было сделано зря. Ладно, я даже не знаю, где эту серебрянку использовать здесь. Мы можем просто чаком вот так вот пробить туда. Бух! И как-то все разрушить. Дополнительная карта. Свинью мы вон ту развалили. А здесь просто можно... Так, серебрянка. Давай ты пойдешь, наверное. Вот абсолютно по мне так. Бомс! Бесполезная птица, по крайней мере здесь. Итак, последний этап. Жалко, нет у нас чака. Нам будет мешать вот этот дом. И я не знаю. Ребята, давай попробуем. Так, если ракета, смотри, рассудим, упадет, то ничего не получится у нас. Так, давай. Бух! Yes! Все, мы прошли этот уровень. Здорово. Выбили страйк. 3 звезды, как всегда. Интересно, с меньшими звездами можно это сделать? Так, продолжаем. Получен 5-й уровень. На каком-то, по-моему, на 6-м уровне нам дадут новую карту и новую птицу. Уровень 26. Итак... Дополнительным заклинанием мы пользоваться не будем. Все пройдем своими силами. Ага, смотрим, значит. Вообще, в теории, смотри, тут вентилятор. Можно этим чаком вот как-то вот залететь вот в эту область. Если, конечно, это возможно. И осуществить мой тайный план! Нет, в ту область я не залетел, и походу вообще все свиньи останутся живы, и птица потрачена впустую. Это не есть хорошо. Слушай, да он еще и... Что я натворил? Что я только что сделал? Я все испортил. Серебрянка, ну ты, может быть, как-то... Ах ты, что ж такое-то? Ну давай, уже все потеряно, по-моему. Что-то вообще сделать возможно. Вот сейчас нам чак бы не помешал как раз. Мы бы как раз залетели вот в эту область. Я даже не знаю, вот может быть этой птицей
попробовать. Давай, давай, сейчас вентилятор нас подымет повыше и... Бух! Ну! Мы прошли, но, к сожалению, у нас нет ни дополнительной карты. Осталась всего лишь синяя троица, с помощью которой мы должны будем уничтожить или пройти следующее задание. А это будет сделать просто, наверное, нереально. Синяя троица, к сожалению, не пробивает дерево. Нам, ну, правда, будет очень сложно это сделать. Давай попробуем. Может быть, что-то получится. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Так, и что же делать-то? Что же будем делать? Сейчас свиньи будут смеяться надо мной. Свиньи, пожалуйста, не смейтесь. Так, что это? О, боже мой! Ладно, получим дополнительную птицу и наконец-то уничтожим этих свиней и ихнюю постройку. Ребят, ну нам дали случайную, абсолютно бесполезную вот птицу. Зачем она нам нужна? Она ничего не ломает. Ну что же, пробуем? Ну давай. Серебрянка! Поехали! Нет, слушай, ей все-таки удалось поломать камень. И я теперь буду знать, что камень ей поломать можно. Это было неплохо. Неплохо, но первый уровень я все-таки запорол. Потерял слишком много карт, вот просто бесполезно. Так, 27 уровень. И... Какое же задание будет сейчас? Кристальчики тратить пока что не будем. Опять у нас задача усложняется нижними вентиляторами, которые будут не давать всячески нам сделать ничего. Ну, в принципе, давай, вот серебрянку мы сюда и отправим. Так, полетело! Ура! Это трехэтапный, кстати, уровень. Первый этап мы прошли. Я так понимаю, выбили страйк. Да, 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 я это уже сам вижу. Второй этап. О, боже мой, он очень-очень сложный. Он сложный. Тут самое интересное. Смотри, сейчас я тебе покажу. Можно вот эту вот машину пустить под откос, и она собьет все-все остальное. Это мы можем сделать с помощью нашего Реда. Если только успеем. Оп-оп, давай. Ха-ха-ха. Смотри-ка. Мы это сделали круто. Выбили дополнительную карту, практически ничего не потеряли. Тем самым повысили шанс успешного прохождения третьего этапа 27 уровня. Так, боковые вентиляторы, конечно же, будут нам мешать, но свиней мы сможем как-то, наверное, уничтожить. Давай вначале подумаем, как это сделать. Обычные троицы, в принципе, можно поломать вот эти вот ледяные конструкции, давай, и как-то разрушить все это дело. Так, все очень неплохо. И опять же, это был страйк. У нас еще осталось куча дополнительных птиц. Уровень более чем успешно пройден, железная логика сработала. Успел я отключить новую рекламу. Так, 3 звезды, мы движемся к 6 уровню. Смотри, уже почти 6, скоро будет новая птица. А на 30 уровне нас ожидает новый усатый дядька Свинбосс. Ага. Опять игра нам предлагает выбрать дополнительные заклинания, от которых мы, как обычно, откажемся. Этот уровень гораздо сложнее. Ой, во-первых, здесь у нас все на шариках, сложнее будет поломать эту конструкцию. Как вариант, можно серебрянкой запуститься вот в эту палку, и конструкция упадет у нас сюда вниз. Давай попробуем. Я только не уверен. Здесь, смотри, вентиляторы дуют. Видишь, траектория очень сильно искажается. Очень сильно. Ну давай, поехали. Что с этого выйдет? Я не знаю. Она вообще потеряла свою силу. Я ничего не могу понять. Она тупо туда не долетела. Ну давай, ладно, Чак, может быть, ты как-то с этим справишься. Бух! Чак, давай. Ну, хоть что-нибудь, может быть, сюда попадет.
И так, выбили еще там какую-то штуковину, которая висела в воздухе. Ага. Так, теперь поможет птица-бомбер. Птица-бомбер. Сейчас мы будем бомбардировать. Нет, нет, поломали мы, но, не, к сожалению, не все. Так, дальше будет просто колоссально сложно. Колоссально сложно. Я не знаю, Ред, он, скорее всего, не пролетит здесь. Давай просто попробуем. Как бы мне сейчас... Опа! Дополнительную карту не пришлось выбивать. Осталась только одна троица и Чак, с помощью которого мы должны пройти следующий этап данного уровня. Чак здесь как раз самое то. Потому что... Ага, самое то, я сказал. Смотри, конструкция каменная, здесь бы не помешал именно Ред. Чака мы можем разбить только вот одну ногу. У нас очень мало шансов. Троица, она бесполезна, только вот если напрямую по свиньям попадать. Так, как же быть, как же быть? Так, ну, в принципе, траектория неплохая. Давай попробуем. Давай, давай, давай! Бац, 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 бац! Конструкция устояла, ребята, нет, свинка осталась живая. Абсолютно бесполезное сейчас вот занятие будет у нас. Ну, давай, в принципе, попробуем, я не знаю, может быть, его вверх так вот запульнуть. Ох ты, ёшкин кот. А-а-а, бумс, и эта конструкция очень устойчива. А как ее вообще возможно поломать? Ой, боже мой. В качестве дополнительной птицы мы получили Реда. Казалось бы, да, как раз то, что и нужно. Но хватит ли у него силы поломать вот эту вот каменную устойчивую конструкцию, которая просто непрогибаемая ни под каким натиском? Давай, Ред, я верю в тебя. И я думаю, зрители тоже верят в тебя. И ты оправдал свои ожидания. Аплодисменты тебе, Ред, ты молодец. Благодаря тебе мы прошли данный этап нашего 28 уровня, причем получили подарок. Так, подключайся к Facebook с друзьями. Да ладно. Так, двигаемся дальше. 29 уровень и скоро 6 заветный левел. Благодаря полученным звездам и хорошему прохождению уровни, нам достаточно даже с одной звезды преодолеть этот уровень, чтобы получить 6-й, или это 6-й ранг, или как правильно его назвать. Приступим. Так, дополнительные заклинания не будем выбирать. Здесь такое непростое состязание. Кем бы лучше его пройти? Как вариант, вот этот дом столкнуть на эту конструкцию, эта конструкция либо взорвется, либо упадет на следующую конструкцию. И все тут с помощью вентиляторов разлетится, полетится. Тут еще часть ледяных вещей. Ну, что же, пробуем. Ух! Так, давай, ты должна сработать, должна, но не обязана. Опять конструкция оказалась слишком устойчивая к нашему натиску. Кого бы в этот раз выбрать? Кого вы посоветуете? Птицу-бомбера, которая взорвет данный динамит и разрушит все вокруг себя? Давай попробуем. Бомбер! Полетела! Нет! Неудача! Все-таки удача! Которая нам ничем абсолютно не помогла. Небольшое количество, может быть, очков мы выбили. И все на этом. Что ж, Чак здесь точно нам поможет, потому что здесь есть деревянные перекладины, которые как раз таки и можно поломать. Так, вентиляторы отправили наши конструкции повыше туда. И, блин, чуть-чуть, смотри, не долетело до свиньи. Так мы сэкономили аж целую карту. Но следим. Куда-то взлетела высокая вот эта вот балка. Нет, она не попала по нашей птице. Ну что ж, серебрянка, ты сюда полетишь? Давай! Поехала! Все, птица конец. Очки получены. Теперь есть возможность заработать дополнительную карту, потому что осталось совсем немного. Кстати, я
не зря сделал, что сэкономил нашу синюю троицу. Смотри, у нас тут аж раз, два, две ледяные конструкции, которые мы можем поломать. Разделяемся и ломаем. Давай, динамит, взрывайся. Ура, ребят, ура. Дополнительная карта в качестве троицы. Но я боюсь, она нам не поможет, потому что у нас остался третий этап. Даже с учетом страйка, если здесь будет несколько конструкций, то у нас есть все равно шанс. Смотрите, здесь динамит. А динамит — это означает, что все может быть гораздо проще. Гораздо-гораздо проще. Это будет примерно вот так, смотри. И... бум! Так, смотрим. Свинья одна улетела, вторая улетела. Отлично. Чуть-чуть не достали мы до подарка. Ну и бог с ним. Без подарка справимся. Зато мы выбили страйк. Сейчас получим 6-й ранг. И нам дадут, возможно, дополнительную птицу. Идем дальше. Следующий у нас будет босс. И... ура! Новый уровень. Открытые ежедневные задания. Это очень и очень хорошо. Так, что мы открыли? Yes! Ежедневные задания, которые будут доступны в течение 7 часов. Потом только на следующий день мы можем проходить их заново. Так, погоди. Я хочу все-таки встретиться с нашим боссом. Пройти этот 30-й уровень. Босс отнюдь будет, наверное, непростой. Уровень босса. Поехали. Главное здесь не застрять. Правильно продумать свои действия. И уже здесь, я смотрю, у нас возникли определенные сложности. Смотри. Как же все-таки поступить? Одной птицей я боюсь, что не удастся нам здесь справиться. Так, нет ни Чака, никого нет. Слушай, здесь. Возможно, даже хватит птицы-бомбера. Возможно, даже вот так. И, птица, ты готова к атаке? Да, друг, я готова, но... и бомс! Так, смотри, почти. Я только усугубил, по-моему, ситуацию. Даже не знаю, кого сейчас выбрать. Серебрянку уже. Ну давай, ладно, на серебрянку. Бумс! Ах, ты ж смотри, что же я натворил? Я практически запорол полностью весь уровень. Нужно срочно его переигрывать. Тут, по-моему, без вариантов. Ну давай попробуем. Ред! Ну, как-то вот так вот. Так, птица одна готова. Но, к сожалению, к большому, вторая птица осталась у нас еще не повержена. Так, давайте сделаем какие-нибудь выводы. Может быть, в следующий раз нам удастся пройти это. Так, главное выбрать оптимальную траекторию для полета, да? Ах, ты ешь там какой-то, а? Так. Выбираем траекторию, растягиваем посильнее и поехали. Бух-бух-бух-бух-бух-бух. Все, этап пройден. Но сейчас мы остались, собственно говоря, без карт и, к сожалению, с боссом. Так, босс у нас усатый барон, сидит очень далеко, его достать просто нереально. Как же нам его победить? Необходимо разрушить вот эти вот шары, которым просто нереально подступиться. Здесь бы как раз нам троица не помешала. Как вариант, сломать какую-нибудь конструкцию, чтобы все рухнуло, получить дополнительную карту и пройти. Давай попробуем сделать это вот так, таким способом. Полетел! Да, нет! К сожалению, чуть-чуть не хватило, и все очень-очень печально, ребят. Даже с дополнительной картой, которую мы получили, у нас очень мало шансов. Смотри, бонус. Так, это мы все поломали. Получили мы серебрянку, получили новые возможности. Но теперь остался очень и очень большой вопрос. Как эту серебрянку направить именно к боссу? Именно к боссу, да, вот вы видите?
его просто ну, нереально достать. То есть тут какие-то дополнительные нужны заклинания. Вот, что мне сделать, что вот, смотри, вот оптимальная конструкция, нет, она именно вниз бьет. Ну вот не получается никак, никак не получается. Что же сделать? К сожалению, этот уровень проигран. Еще раз взяли второй шанс, А, какие же были сделаны ошибки в прошлый раз? Чака нам нужно срочно оставить, потому что в борьбе с боссом он нам как раз таки и нужен. Ломаем, значит, вот эту конструкцию. Так, 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 так. Очень все нехорошо получилось. Реально нехорошо. Придется опять, что ли, две птицы отдавать, что ли? Даже не знаю, у меня нету слов. Либо запускать Реда опять. Вон туда. Ред! Бух! Так, этих птиц мы поломали. Теперь как достать вот эту вот свинью? Вот как вот его достать? Нету вариантов. Давай серебрянка. Серебрянка. Бумс! Никак вообще. Да что ж такое, как тут можно все переиграть? Бомбер! Пошла, бомбер! Бум! Отлично вообще. У нас осталась одна птица. И босс. Это что-то с чем-то. Так. Хорошо, хоть это Чак у нас. Это Чак. Возможно, мне удастся его запульнуть как-то вверх. Чак, ну пожалуйста, как же с тобой быть-то? Не дает, не дает. Ой. Ребят, я даже не знаю. Ну, давай пробьем здесь, чтобы все у нас рухнуло. Бабу! Так. Получили дополнительную карту. И... Я даже не представляю, как он долетит до этого босса. Летим. Взрываем. Пытаемся что-то сделать. И... Да неужели? Да неужели? Неужели нас босс... Наш босс... Давай, падай в бездну. Да не может быть! Неужели мы его прошли? Это просто победа. Отлично, отлично. Так, три звезды, которые приближат нас к следующему уровню. И босс-король уже на пути, которого мы должны убить дальше. Ребята, ну что же, победили мы усатого барона. Заслужили новый уровень достижения. О, какой-то бластер. Насос для свиней. Который мы испытаем в следующем видео. И пройдем ежедневные задания. Отлично. На этом пока мы видео заканчиваем. На такой позитивной ноте. После того, как победили босса. Что это такое? Нравится ли? Да, конечно, нравится. Ну, ладно, всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем до новых встреч.